А вот как выглядит Земля из космоса, вот как движутся а, воздушные массы. Нет, ты не прав, прогноз погоды. Значит, начнутся осадки. Что нового привнесли современные технологии? У нас получается а, сделать прогноз точнее. Всем привет! Это рубка по науке, по ТВ. Мы сегодня разговариваем о прогнозе погоды. Для нас, для всех, это же обычное приложение в телефоне, куда мы заглядываем раз в день. Но мы же понимаем, насколько сложные технологии там стоят и как быстро они могут обрабатывать эту информацию. И вообще, сможем ли мы наконец-то когда-нибудь носить зон только тогда, когда нужно. Вот об этом мы поговорим сегодня с Александром Ганшиным, руководителем Яндекс Погоды и кандидатом физико-математических наук. Всем привет! Друзья, мы будем рады вашим вопросам, лайкам и дизлайкам, и тем, что вы поддержите дело просвещения, поделяясь этой ссылкой со своими друзьями. Этот разговор мы проводим благодаря проекту «Урок цифры от Яндекса». Ну что, давай начинать. Во-первых, хочется поговорить о работе метеоролога как вот составляющей. Насколько этот человек сейчас все еще существует как человек, который открывает, достает какой-то термометр, посмотрел, записал, положил на место? Ну, конечно, существует. Я вот здесь сижу э, перед вами, наверное, не совсем мифический человек. Вот я правда на текущий момент не открываю специальное оборудование, чтобы снять показания приборов. Вот, но, конечно, есть люди на профессиональных метеостанциях. То есть это такая специально огороженная площадка, где стоят приборы, которые в там, с определенным регламентом установлены на определенной высоте. Например, термометр на высоте двух метров относительно Земли. Если мы хотим измерить скорость ветра, то это 10 метров относительно Земли. И, соответственно, ну, есть как и автоматические приборы, так и там, где почетная должность контролера метеорологических показаний возложена на человека. А дальше отправляется в специальном коде аналог телеграммы. Ну, потому что это вот исторически так сложилось, что вот для того, чтобы нам создать сеть наблюдений, нам нужно Измерить в одно и то же время, а потом отправить сообщения, закодированные, которые позволяли как раз оперативно следить за обстановкой, ну, какая температура, давление, ветер, влажность в каждой точке, где проводятся эти специальные измерения. Это еще и строго должно быть, там я не знаю, в два часа по Гринвичу и вот это все. А почему нельзя так ведь это, и почему нельзя заменить человека? Ну, кажется, здесь не очень сложно. Работа, ну надо проверить показания и и все записать и передать ну человек незаменим на самом деле, но сейчас есть автоматические метеостанции, которые позволяют, допустим, снять температуру, но кроме того, что надо сообщить, какая температура на этой метеостанции, то человек еще выходит условно смотрит на небо и говорит, типа, а насколько небо покрыто облаками, ну да, это конечно тоже можно автоматизировать, но он еще сообщает о том, а какая погода сейчас, а какая погода была между сроками наблюдения и как бы. Здесь Здесь, конечно, есть ну, сейчас тренд, как раз идет в ту сторону, чтобы автоматизировать это дело, ну, потому что. Тут вмешивается немножко субъективный фактор, когда человек может немножко по-разному а, трактовать то, что он видит а, перед собой. А, но как бы, специально как раз людей обучают, а, типа, как интерпретировать все, что происходит с погодой. Для того, чтобы полностью перейти а, на автоматический режим, а, нужно, чтобы сохранялась непрерывность наблюдений. То есть, когда накопится такой... А, архив информации о том, что э, вот у нас тут началось э, измерение автоматическими средствами контроля за погодой, параллельно с этим человек это дело контролирует, ну и когда все согласны, убеждаются, что да, у нас уже тут э, такой более-менее равномерный ряд наблюдений, после этого скорее всего как раз будет э, там, переход именно более на автоматические средства наблюдения, ну тем более, как бы сейчас метеорологи сидят э, 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 не, иногда не с на всем близким городам, местах, то есть где-нибудь на севере, в Арктике, тоже происходит наблюдение. Ну и условия там далеки, конечно, от райского острова. Вот, ну, достаточно суровые метеорологические условия вокруг. Как сильно за последние, не знаю, сто лет изменился вообще прогноз погоды технологически? Что нового привнесли современные технологии? Ну, на самом деле атмосферу можно описать с помощью каких-то а, гидродинамических уравнений. А, вот, и первые попытки а, записать их и вложить а, в прототип современных компьютеров а, состоялся где-то в районе, а, дай бог память, 1922 года когда Ричардсон хотел составить прогноз изменения давления на ближайшие 6 часов. И вот 6 недель люди считали это изменение. Вот, ну и через... По всей планете? В одной точке. Ну и через 6 недель они узнали, что они предсказали что-то в районе 100 миллиметров ртутного столба, ну, что не может как бы биться с реальностью. Вот. Ну и тогда, конечно, сказали, ну, что-то как-то это фигню вы полную делаете. Оказалось, что были ошибки в начальных условиях, ну, из-за чего как бы, прогноз получился неточный. Позже Провели эксперименты с поправленными начальными условиями, пересчитали на ну, таком коммерческом компьютере, можем сказать, он ENIAC назывался где-то в районе 1950-1960 года. Вот и вот за 24 часа как раз посчитали. Прогноз на 24 часа, то есть уже как бы хотя бы начали, момент в момент. Да, начали же совпадать с реальным временем, то есть прогресс не остановим. Вот, ну а сейчас есть суперкомпьютеры, которые позволяют условно за 6 часов прочитать прогноз на 10 дней вперед. Кроме суперкомпьютеров, которые начали использоваться для того, чтобы помогать метеорологам не только интерпретировать синаптические карты, но и вот анализировать то, что нам метеомодель выдает, Достаточно большой буст, то есть рывок в качестве, дало использование спутниковых наблюдений потому что в 1960 году между запуском первого спутника и полетом человека в космос состоялся запуск как раз первого метеорологического спутника, который сверху делал снимки того, как Земля выглядит из космоса. На телевидении тоже начали вот эти картинки из космоса показывать где-то в 1980 году, по-моему, начали как раз по, по телевизору рассказывать, а вот как выглядит Земля из космоса, вот как движутся воздушные массы, вот, и начали развиваться спутниковые наблюдения Сейчас у нас достаточно большая группировка, которая позволяет измерить все, что происходит на нашей планете. Единственное, эти измерения не прямые, а косвенные. Ну, например, они не могут напрямую измерить, измерить температуру. Напрямую, как раз может измерить термометр вот в этой будочке, который мы вначале обсуждали. А дальше спутник валидируются потому, что измерили на Земле, или вот потому, что измерил радиозонд. Это такой большой шар, который запускается э, в атмосфере, летит до высоты э, 20 километров. Если говорить о том, что вносит наибольший вклад в качестве прогноза погоды. Наибольший вклад как раз вносят спутниковые измерения, затем идут радиозанды, ну и затем уже дальше идут измерения на самолетах, то есть на коммерческих рейсах, которые вот летают, перевозят пассажиров, там тоже находятся средства измерения и наблюдения за погодой. То есть у нас э, из измерительных приборов есть метеостанции, термометры в будке, есть э, зонды и самолеты, и есть спутники. Что-то еще есть? Да, есть еще метеорологические радары. Их история связана с тем, что во время э, Великой Отечественной войны там английские летчики, даже не английские летчики, а операторы, которые помогали английским летчикам, э, использовали авиационные радары, заметили, что во время дождя э, видны какие-то помехи э, на вот этих радиолокационных измерениях, помимо самолетов. Ну и вот дальше уже передали информацию метеорологу, чтобы они подумали, как это можно было бы использовать. И вот сейчас есть метеорологические радары, которые измеряют не положение самолета, а положение мельчайших капель воды в атмосфере, что позволяет составить такую вот объективную картину, где сейчас идет дождь. Радар позволяет не в точке это измерить, а в пространстве и Делает это каждый, примерно каждые 10 минут, что как раз позволяет вот составить ту карту осадков, которую вы видите, например, на Яндекс.Погоде. Вот нейронные сети позволяют нам составить прогноз на ближайшие 2 часа, шагом 10 минут. Мы знаем, в какой точке и когда начнется и закончится дождь. А спутники, что они показывают? Они просто, ну, вот это фотографии, простите, облачков, и мы такие, ну вот, циклон или антициклон идет туда и сюда. Это все, вся информация, которая с них берется. Конечно, нет, спутники ну кроме того, что есть оптические спутники, которые вот делают фотографию, но ну, не только в видимом, но в инфракрасном диапазоне, то есть там несколько каналов, которые комбинации из которых позволяет там метеорологам сказать, например, а есть ли дождь или есть ли облака, а есть ли, не знаю, фитопланктон в океане, а есть ли э, аэрозоль в атмосфере, ну как раз и разные каналы позволяют делать разные вывода вот но помимо них есть конечно и другие приборы которые измеряют и химический состав атмосферы и проводят измерения там температуры проводят измерения ветра и проводят измерения осадков ну, например вот так, так же как радар на земле можно поместить радар на спутник. Ну, конечно, он будет меньшего размера а, и будет измерять непосредственно под собой, но зато а, пролетать на ну, огибать нашу планету. Это могут быть какие-то радиометры, это могут быть Фурье -спектр спектрометры или что-то еще, которое позволяет нам измерить вот не только в оптическом диапазоне, но и используя другие физические принципы того, что ну, тех параметров, которые находятся в атмосфере и как-то реагируют на измерение. Но это опять же, хочу заметить, что это такие косвенные измерения, которые нужно валидировать по реальному измерению для того, чтобы нам получить не какой-то шум, который выдаст э, вот такой спутниковый прибор, а восстановить, не знаю, там, концентрацию углекислого газа в столбе атмосферы, озона и, или чего-то еще. Хочется поговорить теперь про обработку информации. Насколько, ну, судя по всему, объема данных каждый, каждый час, каждую секунду приходит огромное количество. Насколько удается это обрабатывать и вообще какими методами это делается? Наверное, есть несколько конкурирующих способов, что-то в этом духе? Да, на самом деле из-за того, что очень много измерений происходит сейчас, ну их нужно как-то фильтровать, сравнивать между собой и делать какие-то выводы. Ну и, соответственно, тут такая настоящая наука о больших данных э, начинается, потому что если говорить о э, погоде и о том количестве данных, которые к нам приходят, это терабайты информации в сутки. Ну то есть это вот э, условно нам отгружают э, жесткие, э, по одному-два жестких диска в день э, пролетает, и, и мы должны на их основе какие-то а, сделать выводы. Ну, и там есть несколько направлений. Первое это использовать эту информацию, во-первых, для того, чтобы как-то ее обработать и а, составить начальные граничные условия для а, атмосферных моделей. И второе это использование машинного обучения и интеллекта для того чтобы искусственного интеллекта для того, чтобы найти какие-то закономерности вот в этой разнородной информации и, или попытаться исправить те прогнозы, которые вот сделали вот эти математические модели. Так как у нас нет объективного способа, несмотря на то, что есть много измерений узнать, какая погода в каждой точке. Это скорее такое обобщение наших знаний. То есть мы не в каждой точке, там через каждый один метр, например, можем посчитать, а глобальные модели прогнозы могут сделать это э, через каждые там, 10 километров, например. Вот. И для того, чтобы э, как раз какие-то подсветочные, ну то есть внутри вот этих 10 километров производить э, моделирования используются всякие параметризации, то есть это условно если внутри этой области температура, там, не знаю, пришла через какую-то границу и влажность стала такой-то, значит, начнутся осадки. То есть это не напрямую моделируется, а из каких-то закономерностей, которые люди увидели и заметили, ну и описали, вот возникают, например, такие вот параметризации, которые называются в метеорологическом моделировании. Но они тоже не абсолютно точные. Но обычно люди могут, ну, знать, что вот эта модель вот в этом городе конкретно занижает, там, не знаю, ночную температуру. И человек такой берет, ага, ну, давайте прибавим там 5 градусов к тому, что э, спрогнозировала модель, и вот зная, как она обычно себя ведет в какой сезон, он как раз может доуточнить этот прогноз погоды. То есть использует свои навыки и знания для того, чтобы скомпенсировать неточности в моделях. Но как бы, для того, чтобы нам такое сделать в любом городе, там, поселке, селе, нам нужно посадить человека, который обладает знаниями о том, как это происходит в конкретном месте, а нам просто ну, столько людей неоткуда знать. И в этом смысле как раз машинное обучение помогает обобщить э, вот те навыки, которые, э, с помощью которых люди э, корректируют модели прогноза погоды и э, отмасштабировать. Ну, потому что мы можем э, дать э, как раз искусственному интеллекту возможность э, посмотреть на историю э, наблюдений э, и то, как модель ошибалась. И он также как профессиональный метеоролог э, может э, вносить вот эти правки и искать менее явные закономерности типа то что температура занижается или завышается между раз не только не в рамках одной модели а между разными моделями прогноза погоды это вот примерно так у нас работает технология Medium, которая в Яндексе делает прогноз погоды то есть машинное обучение не работает само по себе, оно не анализирует эти данные. Оно берет мат-модели и сравнивает с реальностью, и отлично, занижает на 5 градусов плюс 5 градусов. Все так. Плюс должен быть человек, который, ну, как бы, это вот как ребенка, когда мы воспитываем, мы можем обучить ему хорошего, а можем обучить плохому. Соответственно, специалист, который обучает вот эту модель связанная с машинным обучением там или с искусственным интеллектом он должен показать правильные примеры подобрать правильные параметры которые влияют на прогноз погоды ну иначе у нас наша модель обучится чему-то не тому и будет не более точный прогноз давать а менее точный то что вот я сейчас слышу огромное количество приборов по всей планете ну там с шагом до двух километров, математические модели, сверху еще машина обучения, которая это докручивает. Как будто бы у нас должен быть идеально точный прогноз. Почему он не такой? Метеорологические радары, например, стоят не везде. Есть большие зоны, где не проводятся измерения, либо проводятся с использованием там спутниковых приборов, а они несут в себе неточности, потому что это не прямые измерения, а косвенные. И так как мы через каждый метр не можем поставить датчик, который нам скажет, а какая точность сейчас там температура, давление и все остальное в этом месте, у нас возникает первый тип ошибок. Это то, что мы не можем точно узнать, какая погода в каждой точке на Земле. Из-за того, что мы это не можем сделать, мы уже закладываем неправильные, ну, скажем, не неправильные, а не совсем точные представления о текущей обстановке. Но дальше в дело вступают модели, которые делают расчеты. Там тоже накапливается ошибка. Вот. Ну и плюс, на самом деле, мы не все процессы до сих пор можем описать и посчитать на подробной сетке, потому что нам не хватит вычислительных возможностей. Возможности. поэтому там используются тоже какие-то приближения, которые ну, близки с реальностью, но так как у нас в начале была ошибка, в процессе расчетов была ошибка, ну, вот эти ошибки начинают со временем накапливаться, как снежный ком, ну, и уже там к десятому дню прогноза у нас точность снижается. Именно поэтому, если вы смотрите прогнозы погоды там на разных сервисах то, наверное, заметили, что ну, больше, чем на 10 дней, ну, там, 14 дней, наверное, максимум 2 недели, никто такую информацию не предоставляет, ну, потому что уже достоверность таких прогнозов, она достаточно низкая. А как можно это улучшить? А расставить по всей планете нужные радары и датчики? Да, это можно сделать, расставляя приборы. Или же, вот, например, мы в Яндексе используем силу тех людей, которые пользуются нашим приложением, нашим веб-сайтом. То есть мы напрямую спрашиваем у людей, а правда ли там есть дождь за окном. И за счет этого мы получаем там до трех миллионов сообщений в день от людей. Ну что большое спасибо, кстати. Ну, с удовольствием, конечно, скажут, если на улице дождь, я без зонта, вся мокрая, конечно. <с önced> Нет, ты не прав, прогноз погоды, да, это, это здорово. Все <Questo> так, плюс есть э, 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 любительские датчики, их больше, чем при профессиональных, но они несут а, в себе погрешность. Но многие люди, например, там, для умного дома или, или просто есть, а, ну, хотят знать, а какой прогноз за окном, там вешают а, термометр. Многие из них сейчас стали электронными, электронными и могут передавать информацию о том, что же там происходит а, за окном. И вот эти данные тоже можно использовать для того, чтобы ну, они будут менее точны, их нужно фильтровать, их нужно сравнивать друг между с другом, с профессиональными станциями, потому что, условно, человек мог поставить, не знаю, например, внутри квартиры, а, -а, 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 а не на фасаде дома, и он показывает, например, температуру внутри помещения, а не снаружи. Вот. Но такая сеть за счет массовости и использования как раз науки о больших данных и машинного обучения позволяет Внутрь вместе с привычными профессиональными средствами наблюдения, ну, повышать, скажем так, наблюдательную сеть и знание о том, а что же на самом деле происходит за окном. То же самое можно сказать про автомобили, которые э, движутся на дорогах. Вниз, в них, например, есть как датчики температуры, так и датчики э, о том, что э, датчики дождя, которые как раз включают э, дворники для того, чтобы очистить лобовое стекло. И на самом деле эту информацию тоже можно заинтегрировать собирать в одном месте, анализировать и тоже э, использовать ее для того, чтобы составить объективную картину. Или же видеокамеры, э, которые стоят на улице, по ним с помощью, опять же, машинного обучения можно понять, а какая погода э, сейчас за окном, ну то есть идет ли там дождь, солнечно или что-то еще. И таких вот способов следить за погодой, их много. Например, вот если мы говорим про метеорологический радар, они установлены не везде, но, например, у людей есть сотовые телефоны, а сотовый телефон, на самом деле, там есть датчик давление ну, барометр который измеряет давление и на самом деле как бы вот таким образом можно получить информацию о том а как это давление распределено и вот как бы можно подумать о том, а что же нас вообще окружает, что влияет э, на э, на что погода оказывает влияние и вот э, массово э, использовать вот эту информацию для того, чтобы составлять все более и более объективную картину. Ну, конечно, это случится там не завтра и не послезавтра, потому что тут нужно э, ну, провести много исследований, потом понять, ага, мы научились, э, но ну, сделали алгоритмы, которые позволяют все вот это дело восстанавливать, но нам же нужно в режиме реального времени это успевать просчитывать. Вот. Поэтому тут нужны и вычислительные мощности. Метеорология оказывает влияние на развитие и как раз мощности вычислительных серверов, потому что вот если посмотреть на топ этих суперкомпьютеров, то большинство из них, которые там находятся, они как раз связаны с тем, что людям необходимо там, составлять прогноз погоды. Вот я тоже подумала, что если мы будем собирать все данные с телефонов, с автомобилей. Ну, во-первых, мы эти будем собирать данные там, где ну, города, и там, где уже, собственно, стоят достаточное количество датчиков, скорее всего, но и плюс это не один-два жестких диска в сутки, а, наверное, 3-4-5 грязных еще данных. И возможно, что ну, это нам даст ну, нам несколько долей процентов улучшит наши насколько вообще ну то есть мы будем пробовать и там посмотрим как получится а, ну тут есть какие-то э, предварительные оценки которые по позволяют нам сказать что о, мы больше верим вот э, в этот способ наблюдения потому что он э, даст нам чуть больше э, профит чем остальные сп способы э, ну, например мы внутри яндекса вкладываемся именно в тех технологии которые э, верим больше э, всего вот ну и как раз мы немножко там внутри себя от этого составили рейтинг, во что мы верим а что во что мы вернее не так не во что мы верим, а во что мы больше верим а во что а что можно сделать чуть попозже, ну, потому что технологии или способы работы с этими данными ну, не совсем развиты, потому что вот например раньше мы конечно спрашивали у людей, о том, что происходит за окном, и скорее использовали для того, чтобы валидировать качество наших прогнозов, но не использовали для того, чтобы корректировать наши прогнозы. Вот. И когда таких сообщений стало много, мы провели исследование и поняли, что да, это и правда можно использовать для того, чтобы в режиме реального времени корректировать прогноз погоды, ну вот, запустили бета-версию, убедились, что это работает, ну и теперь у нас это технология работает в режиме реального времени, ну и вот люди нам помогают. Ну, соответственно, вот у нас всегда есть какие-то наработки, которые мы тестируем, ну, делаем какой-то прототип и смотрим, а насколько сейчас это может повлиять, если мы дальше видим, что как бы, ага, вот это направление перспективно, мы начинаем его усиливать и дальше развивать. Хочется узнать, с какой точностью прогноз делаете вы и... Все остальные агентства. Кто здесь в самом топе? Чьи технологии сейчас лучше всего работают? Ну, если говорить о, о, о глобальных о, агентствах. Есть, например, агентства в Европе, есть в Соединенных Штатах, есть в Канаде, в Японии и так далее. Ну, то есть в большинстве стран есть какие-то свои такие глобальные модели прогноза погоды. Вот. Ну и на текущий момент наиболее точным считается как раз Европейский центр среднесрочных прогнозов, который делает глобальные прогнозы погоды по всему миру на сетке 10-0,1 ну, градус, это примерно 10 на 10 километров. Если говорить про Соединенные Штаты Америки, то там наиболее точный прогноз погоды делает, ну, как ни удивительно, американский этот глобальный, глобальная система прогнозов, вот, ну и, соответственно, точность их именно для Северного, для Северной Америки повыше, для остальных регионов, вот, например, Европейский Центр выигрывает. Вот, ну и если... Взять такую метрику, как не знаю, процент ошибок не больше, чем 2 градуса, ну, потому что люди видят, ну, условно, если на один градус прогноз погоды ошибся, это ошибка не очень заметна. На два, ну, уже начинает что-то подозревать, а на три, ну, уже замечает, что что-то не так идет. Ну, например, у Европейского центра, если смотреть на ближайшие там три дня и сагрегировать всю информацию вот, по прогнозам на три дня, то эта цифра будет в районе... 85% у американского там в районе там 80 процентов вот а мы на самом деле используем все вот эти глобальные модели прогноза погоды плюс какие-то факторы которые влияют на там температуру, например, удаленность от водоемов, высота солнца над горизонтом, все всю эту различную информацию мы смешиваем как раз с помощью машинного обучения. И факт в том, что несмотря на то, что тот же европейский э, центр или там американский, японский, канадский входит в наш прогноз погоды, нам, э, ну, у нас получается э, сделать прогноз точнее, э, чем вот у, у этих моделей. Ну то есть если говорить в тех же терминах процент ошибок не больше чем 2 градуса, то если там у лучшего у европейского в районе 85, как я говорил, то у нас получается там дожать до 90. То есть как раз мы используя вот все эти ошибки в моделях, используя факторы, которые влияют на погоду, используя мощь машинного обучения, ну, чем э, так, так и, и зеленый Яндекс. У нас есть специальные там, вычислительные возможности, в том числе э, не только на традиционных там, э, процессорах, но и на э, видеокартах мы рассчитываем наш прогноз погоды. И это вот в итоге приводит к тому, что мы можем сделать ну, не абсолютно точный прогноз, давайте будем объективными, а точнее, чем у, у, у наших конкурентов. Такой момент это мы сейчас говорим про прогноз на какое время? На три дня, на неделю. Надо полагать, что вот краткосрочный и долгосрочный прогноз отличаются друг от друга по вероятности. Ну, по, 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 по проценту ошибок. По проценту ошибок, конечно, они э, отличаются. И чем ближе мы находимся э, к э, текущему моменту, тем точнее у нас э, прогноз погоды. А дальше он начинает вот так вот потихоньку э, идти вниз, и к 10 дню, э, ну, к 10 там, 14 дню он примерно э, начинает... По качеству сопоставим быть с, например, климатической нормой. То есть, если мы знаем, что не знаю, там, в феврале обычно примерно вот такая-то температура в этом регионе, ну, например, не знаю, в районе нуля градусов, и пытаемся составить прогноз такой более долгосрочный, он, скорее всего, будет проигрывать вот нашему объективному знанию о том, что в феврале обычно э, в районе 0 градусов в этом регионе. Но если, конечно, там не случаются какие-то непредвиденные метеорологические э, явления, которые там не знаю пришли холодные воздушные массы, из-за этого там не 0 градусов, там, а минус 5 или 10. В этом случае, возможно, этот прогноз может немножко побить климатическую норму. И вот как раз, если говорить о том, чем мы еще занимаемся, мы как раз занимаемся тем, чтобы попробовать составить такие более долгосрочные сезонные прогнозы, как раз, опять же, используя магию машинного обучения, как раз, комбинируя различные типы там если говорить про такие сезонные прогнозы, там уже не десятки моделей, а там используются ансамбли, это когда одна и та же модель может быть запущена немножко с разными начальными условиями, и на выходе у ней получится немножко разные прогнозы погоды. А потом там вот эти сотни прогнозов погоды мы можем, ну, самое такое обычно, что мы можем сделать? Можем просто усреднить, и на самом деле такое среднее, скорее всего, окажется лучше, чем отдельный прогноз погоды. Или же мы можем подобрать оптимальную комбинацию между этими прогнозами погодами, расставив какие-то коэффициенты, ну или дальше, следующим этапом использовать машинное обучение. А что за загадочный показатель ощущается как? Это, это тоже специальный обычный человек. Выходит, такой на улицу, значит, только в одной футболке, и такой, ну да, что-то. 15. Ну да, как -то как -то как -то. Утро выхожу, думаю, <с надо <с это <с сказать. А какая же там, как ощущается? Вот, ну на самом деле как бы используются факторы, которые влияют э, на ощущение погоды человеком. Ну, сам первый фактор это сама температура. Вот, ну потому что когда термометр показывает там 20 градусов, мы ощущаем себя теплее, чем если он показывает 10 градусов. Это влажность воздуха. Э, ну, например, многие, наверное, замечали, что если поехать в какой-то город, где температура низкая, но влажность не очень большая, то э, Такая температура переносится легче, чем условно в городе с высокой влажностью, или же если нам в лицо дует сильный ветер, мы вот так вот кутаемся, думаем, ух, ух, как же холодно, вот. Ну, или когда на нас светит солнышко, мы замечаем, что как-то вроде потеплее, чем если бы небо было закрыто облаками. Но, соответственно, комбинируя вот эти четыре фактора: температура, ветер, влажность и солнечный радиация мы можем составить такую модельку для сферического человека в вакууме э, о том а как он будет ощущать вот конкретно э, с учетом этих показателей э, температуру ну, конечно э, там разные люди отличаются разной степени чувствительности к этим факторам ну и возможно конкретно вот для кого-то это не будет подходить э, но вот мы сейчас идем к тому чтобы как раз такие более э, персональные прогнозы погоды делать, но пока что это ощущается как для такого среднего человека. А, надо полагать, что прогноз погоды не ограничивается только приложением в моем телефоне, и не, только не для меня любимое делается. Для каких еще больших важных сфер вообще нужен прогноз погоды, и насколько там по-другому или точно так же, как прогноз погоды для жителей? Ну, на самом деле погода, конечно, важна абсолютно для всех. Ну, как бы тяжело перечислить сферы, на которые не оказывают влияния погода. Например, не знаю, когда мы вызываем такси многие наверное замечали что э, во время дождя э, или снегопада э, ну, начинается такой повышенный спрос э, ну, ценник становится достаточно дорогим это все происходит из-за того что э, как бы таксистов вроде бы столько же э, но ну, условно не знаю там э, в, в конкретном каком-то районе допустим Пять таксистов у нас имеется. Вот. Но и обычно там, в среднем там, в этом районе вызывают такси там, пять человек, из-за этого как бы, спрос с предложением совпадает. Но э, начинается там сильный дождь, и люди уже не хотят попасть под этот дождь, не хотят там э, бежать промокнуть, они, например, хотят с комфортом уехать на такси. Из-за этого там, допустим, уже не 5 человек, а 10 э, начинают вызывать такси, а таксистов у нас э, в этом районе до сих пор 5, из-за чего как бы, возникает такой повышенный спрос, э, э, потому что кто-то все-таки должен уехать, э, потому что мы не можем как бы, всех 10 человек увезти на 5 такси. Вот. И, ну, из-за этого возникает такое повышение цены. Вот. Ну, и Погода, например, здесь может быть использована для того, чтобы заранее сказать, ага, смотрите, вот в этом районе у нас э, будет повышенный спрос на такси из-за того, что начнется дождь. А, ну и, соответственно, ну, можно прогнозировать, что, да, мы хотим вот в этот район ну, больше машин нагнать для того, чтобы вот не возникало такого повышенного спроса и все уехали так, так как и хотели. Вот, ну или же Например, с сельским хозяйством ну, там прогнозы погоды важны, но ну, не только оперативные, то, что происходит сейчас, они тоже важны, потому что важно знать, а правда ли, если я сейчас внесу какие-то средства, например, которые защищают растения от вредителей или от болезней, оправдали а ли их не смоет дождем, и правда ли там, их не сдует ветром, и не закопаем ли мы деньги в Землю? вот и в этом смысле как раз погода, прогнозы погоды позволяют такую вот ну, сохранить от потери денег вот но то же самое применимо и для строительства и для курьерских служб и для транспорта и для морских перевозок ну и для всего остального на самом деле но единственное отличие которое возникает это то что нужны не только прогнозы погоды, например, не только там сильный слабый дождь, который мы показываем, а, например, миллиметры осадков, которые выпадают. Потому что обычному пользователю миллиметр осадков ну, скорее всего ни о чем не скажут ну, только тем, кто профессионально в этом разбирается. А, например, бизнес важно знать именно, например, миллиметры осадков. Вот. И им важно знать не только вот такие более профессиональные погодные термины, но и комбинацию из них и составлять какие-то правила. То есть, условно, при таких-то условиях, ну, то, что ветер меньше такого-то, нет осадков, там, температура такая-то, мы можем вносить там, удобрения или средства защиты растений в сельском хозяйстве. Мы много говорим сегодня о том, как будет развиваться прогноз погоды. А что же с людьми? Как какими они станут вот будущие метеорологи и что им нужно знать и какими вообще качествами надо владеть. Ну, в этом смысле как раз я и не могу сказать, что люди не будут нужны, их там заменят автоматические станции или что-то еще, вот, но немножко сместится фокус. То есть если раньше людям важно было знать ну, условно географию, ну и дальше развивать там свои навыки, связанные с метеорологией и синаптических карт, то сейчас все больше и больше как бы нужны знания на стыке. То есть метеорологи должны научиться а, программировать, ну потому что у нас, например, в команде ну, метеоролог выполняет связку между там менеджером, а, разработчиками, там бэкенда, машинного обучения и так далее. Классно было бы, если бы и в машинном обучении они какие-то базовые навыки имели. И именно для того, чтобы вот вырастить такое новое поколение людей и узнать, а как же сейчас современный метеорологи за счет чего они составляют прогнозы погоды, мы сделали урок цифры, который позволяет вот еще в школе понять, а как же вот эти прогнозы погоды составляются. Как проводится измерение, как проводится интерпретация результатов, как используется э, искусственный интеллект для этого. Вот. И я надеюсь, что вот, это вот, э, вот эти такие интерактивные уроки будут полезны для того, чтобы, во-первых, э, заинтересовать э, текущих школьников, которые... Э, хотели бы развиваться в этом направлении, ну и дать им как раз такой э, толчок или направление в сторону, а в каком направлении им не следует усиливаться для того, чтобы вот в будущем стать классным метеорологом, который вот будет э, все вот эти задачи, про которые мы проговорили, решать. Ну я надеюсь, что в ближайшем будущем такие люди, ну, они по-любому такие люди найдутся. Это здорово, что э, даже такая древняя уже технология, как прогноз погоды, развивается и становится все точнее. Это супер. Да, так что мы надеемся, что как бы, машины нас полностью не заменят, рабочие руки нам будут нужны, и именно поэтому призываю ну, посмотреть на вот эти интерактивные обучающие материалы и понять, интересно вам это или не интересно, чтобы двигаться дальше и уже определиться со своим будущим. Друзья, а все ссылки вы найдете прямо в описании, и там вы сможете и сами посмотреть, и всем своим знакомым рассказать, и сделать uh, еще лучший прогноз погоды через Десятки лет, 10 лет можно. Я надеюсь, чуть пораньше мы сделаем получше прогноз погоды, так что проходите обучающие материалы и, надеемся, вместе будем делать классный прогноз погоды, который вы сможете потом своим родителям показать и будет повод для гордости. Большое спасибо за этот разговор. И кажется, мы сегодня много важных моментов подсветили. Это было супер. Да, спасибо за интересные вопросы. Надеюсь, было познавательно. Оставайтесь с нами. А если у вас еще остались вопросы, пишите их в комментарии. Мы попробуем на них ответить в следующий раз. И спасибо, что были с нами. Ставьте лайки и до новых встреч. Пока. Всем спасибо, счастливо.